8 часов утра возле автобусной остановки завода отопительного оборудования на проспекте 60-летия Октября шофер Витца сбил на пешеходном переходе женщину. 27-летний автолюбитель на машине брата подвозил его до работы. У владельца иномарки нет водительских прав, поэтому он доверил управление хэтчбеком своему родственнику. Мужчины ехали по проспекту 60-летия Октября в сторону улицы Суворова. Хабаровчанка пыталась перейти дорогу справа налево по ходу движения машины. Под колеса она попала ровно посередине зебры. Водитель хэтчбека, получивший права в 2018 году, не понимал, почему не заметил женщину заранее. Он увидел ее в паре метров от машины и попытался экстренно остановиться, но было уже поздно. Детали случившегося автомобилист помнил не слишком отчетливо. Я смотрел на право, я не успел остановиться. А сколько скорость у вас была какая? 60 не было. А что, темно было или отвлеклись на что-то? Почему не увидели? В смысле? Человека почему не заметили? Просто... Резко выбежал или что? Нет. Похоже, пешехода автомобилист не увидел из-за попутной машины. Он двигался по второй полосе и не обратил внимания на то, что едущий по первому ряду водитель перед зеброй начал снижать скорость. Пешеход восприняла это как приглашение идти через дорогу и ускорила шаг. Удар был очень серьезным. Машина выглядит так, будто врезалась в световую опору. На автомобиле даже остался обрывок одежды женщины. Скорая помощь доставила пациентку 1985 года рождения в больницу. Предварительно у нее переломы и черепно-мозговая травма. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.